Здарова, Империя! Микрофон Артём, это канал Snow Warn TV. У нас очередная новая игрушка, это демо-версия, доступная в Стиме. Бесплатно. Вот. И у игры есть кооператив на 4, по-моему, человек. Тут написано даже мультиплей, но он закрытый, потому что это демка, видимо, поэтому. Смотрим. Это что, это какой-то типа Metroidvania? Сейчас поглядим. Ага. Летим шапкой. Ну, играть за шапку будем. Так, додж есть. Она бить может. Хорошо, допустим. И за шапку я еще в играх не играл. Так. О! Мы вселились в мертвую девочку. Это прикольно. Это что-то новое, кстати, интересное. Я таких механик еще не видел. А, можно вылезти, короче, из нее, прикинь. Не, дадим ей еще шанс побегать в ней. Так, стойте. Немножко убавлю вот так вот. Громко, по-моему. О, можно потушить было. А, здесь мы не полезем. Все, понял, мы ее присумонить можем. Так. А, все понял, как надо сделать. Какие-то штуки падают, кстати. Тут мы кого-то обезглавили. А есть инвентарь у нас тут? Вообще, да. Карта, билд, инвентарь. О! Поползли. Вниз, вниз. Вниз прыжок, прыжок вниз. Это мы берем, это мы нам нужно, наверное. Угу. Додж. Не то. Не ту кнопку нажал. Так и запутаться можно в этих кнопках тут. Это можно посмотреть. Ну, типа осмотреться. Я умею плавать? Ну, по сути, я мертвая. О, сердешко. Это мы берем. Так, это что? Это секрет. Камень берем. А вот тут что, тоже секрет? Не. Обратно. Так, ну погнали нам сюда. Я могу ее? Нет, жалко. По двери не прибило ее. Не продумали разработчики. Можно было открыть и ее размозжить. Так, еще сердце. Оп. Ну, руки такие безобидные. Они просто ходят. И все на этом. Это что? Spirit Shot. О, нормально. Можно пукать теперь. Каким-то этим. Так, здесь не пролезть. Пойдем поверху. А как восполнять эту штуку?
Так, монетка какая-то. Ой-ой. Ай! За что? Иди отсюда. Так, это чё? А, восполнять эти? Все, восполнил магию. Это резалка ХП. Сундук большой. Дерево. Ресурсов, видимо, для каких-то крафтов, потому что ресурсов очень много падает. И камень есть, и дерево, и трава какая-то, земля. О, ломать можно, оказывается. Так, это что? Босс? Нет. Ну, это такой, знаете, мини-мини. Оп, улетели вниз. Так. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Что делаешь, что делаешь? Руки бить. Ух ты, попал. Убил даже. Ну, я как-то очень мало ему хп... А, так и задумано, видимо, было. Да, видимо, так и задумывалось, потому что я очень мало жизни хп ему снимал. Так, что тут? Попиздеть. Simple Dimple дали. Ну, это хпшка, короче. Так, go to village. О, какая-то штука появилась. Ой-ой. О, go to ruin. Village maybe interior. Ага, ну давай сюда вот нажмем. Вот здесь как бы знак. Сейчас пробежимся, посмотрим, что тут вообще есть в этом храме божественном. Так, все понятно туда, походу. Go to village. Так, все, мы здесь. Так, сейчас со всеми поговорим здесь. Ресурс. А, возможно, мы строить будем здесь. Для этого нам ресурсы нужны. Remove рублер. Рубли. Типа построить что-то нужно, да? Как ремувнуть? А, все, починил. Я, короче, надо было почистить это все. Open меню. Soil блок. Ага. Бля, здесь строить можно, прикиньте.
Я что-то построил, короче. Лук Хан Билдинг Грид. Что-то построить нужно. Вот эту штуку. Скилл можно открыть. Комбат монумент. Открыли. Построить тебе нужный монумент. Давай рядом. А, прокачка. А сколько у меня... На что тратится? А, ресурсы. Помидоры нужны. Так, все, да? Нас отправляет... А, вот сюда, да, наверное? Немножко, короче, мы улучшились, я так понял. Показано, что у нас, видимо, есть, да? Монумент. Вот я, типа, опять в руинах. Карту взял. В общем, ресурсы нам нужны для того, чтобы строиться. Портал нужен для того, чтобы, ну, переходить из уровня в уровень. Ну, по карте телепортироваться. Я так понял, кроме этой девочки будут еще персонажи, потому что можно вселяться не только в эту девочку. Сколько я знаю, сколько я видел в роликах. Ой. Так. Вот это. Что-то улучшил, короче. Вот ТП-шечка. Опа, вот так вот, раз сюда. Все. Ну, чтобы не бегать. С него, кстати, мясо выпало. Видели? Возможно, человеческое. Хотя вряд ли он на человека похож. Нифига. Морской конек какой-то был. О! Так, подожди, я же могу бутылку выпить.
А бутылочку можно как-то, видимо, это улучшать. Ну, в смысле, не улучшать, а наполнять. Так. Очень много секретов в этой игре. А, мы можем иметь две магии. Но у меня их пока... две одинаковых, я так понял, да? Во, кстати. Вот эти кинжалы, которые я выучил. Там что-то есть еще внизу. Нет, все-таки двери он ударяется. Но не убивается, а просто оглушается. Вот эти, кстати, можно вот так делать. Зря я, конечно, так сделал. Мне бы, знаете, что? Мне бы теперь хпшки найти где-нибудь. Вот очень нужно. Дерево, ресурсы. Так, вниз можно сходить. Блин, где хпшки? Какой-то слизняк яйца откладывает. Ой, он напал на меня, блин. Ой, еще яйцо отложил собака. Чуть не убил меня. 5 хп осталось. Блин, а дайте мне, пожалуйста, чем полечиться. А тут все тупик, что ли? Тут ничего больше нету. Ну, судя по карте, тут ни хрена нету. Блин, ну ладно. Ну где аптечки-то, блин? И буду ходить с этой, с 5 хп. Покатились, блин. Вот в шахту. Главное не забывать, что он яйца срет и убить может. Ни одной птички. Жадобы. Сундук. О, спасибо.
то, что нужно. Не зря полз. Погнали наверх. Так. Ну-ка, отстали. Ой-ой. Взгляды дерзкие. О, иди отсюда. Аккуратненько все это. Обошли. Тут помолились, что-то взяли. Улучшение. Так, а где это все хранится? А, вот здесь все хранится. Это типа на второй этаж поднялись, да? Босс, походу, вот сейчас. No potion. Кто это? О, здорово. Нож какой-то дала. Что за нож? Какой-то рецепт ножа. А, я резнул этот бутылку жизни. Можно выбрать, с каким этим поход бафом заходить. Так, в общем, давайте здесь останавливаться. Блин, прикольная игрушка. И насколько я знаю, когда играешь в кооперативе, там можно вселиться в других этих существ. И как бы помогать прохождение. Вот. Берите на вооружение. Демка бесплатная, доступная. Заходите, скачивайте, сами пробуйте. Ну, а с вами был Катя да Артём. Подписывайтесь, комментируйте, жмите колокольчики, приходите на стримы. Все ссылки в описании. Увидимся всем. Пока-пока.